депутата Донецкой Народной Республики Демченко Татьяны Трофимовны, и от себя лично хотелось бы сказать спасибо фабрике «Королевство сладостей», которая в преддверии праздника Пасхи поздравила детей садика номер 11 с этим праздником. При этом они поздравили их своими изделиями, пасхами, сладкими печеньями. Хотелось бы поблагодарить их за то, что они не забывают в это тяжелое время за деток нашего города. Хотелось бы отметить, что они помогают детям данного садика каждый месяц, не только на праздник, несмотря на то, что отсутствует у них то же самое сырье для производства сладких изделий, но они стараются искать ситуацию, чтобы выйти с этого тяжелого положения. Ну, хотелось бы также сказать, чтобы побольше было таких частных предпринимателей, как ЧП «Шеренков», которые помогают детям нашего города.